тут уже полчаса на коленках сижу. Провис. Где? Дай, сними. Глубоко? Ну там, да, они. Под этой, под там, ну там все это сверху палка стоит. Давай, лезь. Эта девушка звонит, она мне 2 дня назад позвонила, а я была на работе. Да вот, господи, какие 4 тут, по 1,5. Совсем. Открывай сразу переноску, Юль. А что, она больная или что? Что с ней? У нее с глазом там какая-то опухоль на морде, и глаза гноятся. Ну это... Держи. Держи. Сколько там всего? 4, по-моему. Посчитал? Пока 3. Чисклявые! А, туда вышли. Брома? Где Брома? Где? Да, кто-то шкребется отсюда. Вон он стоит. Двое маленьких. Один здесь, порвись, один здесь. Вот он один вот здесь. Туда пошел. Вон он. Да ладно тебе. Страшно, он уцепился. Все, малыш, все. Смотри, не выживешь. Все. Сейчас маленький. Итого сколько? 6. 6? Получали 6. Так и знала, что 6. Порвись, они мать упустили. Вы что, мать упустили? И что? Ребята у нас молодцы. Просто молодцы. Да, у нее, видишь, какая морда раздута. О, у нее там конкретные раны. Да. Я поняла. Ладно, девочки, так. Да, давайте, да, она придет. Все, ага, спасибо. Да, Светлана Анатольевна. Мы приехали в клинику, привезли раненую маму. Ведем ее на обследование. Боже, бедная собака, как она так... Еще щеночки маленькие у нее. Каташ напугала. Ну, где-то 15 килограмм. 14 300, да. Толкая. Ну, да. Там сиськи, смотрите, какие. Она кормит, да? Да, у нее 6 месяцев по 1,5 щенки. Ну, уже все, кормить. Ну, да, мы их отдельно, да. Офигенно. У нее щенки 6 штук. Но щенков мы, естественно, забираем, потому что. Здрасте, потому что. Ну да. Что у тебя за? И дышит, видите, как гнаюшник.
выделение из носа есть у нас при нажатии. Здесь, чтобы видно было. Вот. Да, да, да. Вот у нас есть прорастание в небо. Клык, вот при нажатии на клык все из носа выделяется. Здесь тоже все проросло. Ну, вот он как бы клык. Кости там уже нету. Снимки мы сделали. Там верхней челюсти уже почти нету. Все, ну, вот кусочки какие-то оставшиеся. У собаки полностью лизирована верхняя челюсть, что говорит об необратимом процессе. И оперировать такую собаку бессмысленно. На видео видно, что уже не держатся зубы. Также по снимку видно, что лизирована полностью верхняя челюсть. И как бы удалить по глаза верхнюю челюсть — это бессмысленная затея абсолютно. Животное испытывает сильные болевые ощущения при приеме пищи. И смысла таком, ну, оперировать такое животное абсолютно никакого нету. Материнство – самое сильное чувство. Собака-мать, будучи безнадежно больной, сама не могла есть, но кормила своих щенков и согревала их своим теплом. Малыши больше никогда не увидят свою мать, но она навсегда останется их ангелом-хранителем. Душа сказала: «Я устала». Сказала сердце: «Не могу». Надежда тихо прошептала: «Я не забыла вас, бегу». Душа сказала: «Нет сил больше». Сказала сердце: «Это край». Но вера прошептала ночью: «Не уступай, не отступай. Что ж, плачь, душа, пока живая, и сердце не молчи, стучи. Идя по самому по краю, от жизни не теряй ключи». Душа очнулась: «Постараюсь». Забилось сердце: «Будет так». И вновь, решившись не сдаваться, мы делаем очередной свой шаг.